так сильно, чуть поменьше, гад. Переда нету. Колесами помогай! Да оно должно выдержать, она легкая машина. Я думаю, знаешь, если на лебедке втаскиваться, ну смысла нету. Сейчас туда втащиться, потом обратно съехать. Да. Попробовал ходом, не получается, даже заворачивать назад. Ну просто. Поедем, ну, да? Ну конечно, все, вернем сейчас туда. Давай. А? Ну я, блядь. Вот это было лишнее уже! Я ж тебе сказал! Есть контакт! После учебно-тренировочного заезда возвращаемся назад на траекторию, потому как большинство людей не захотело подниматься в этот подъем. Ну, наверное, они это правильно. И куда ты поехал? А вы-то казначей его. Главное, посмотрел же, и что? Взгляд-то был правильный и уехал, а? Вот пристань, вот причал.
сняли, как тут проехать? Я сейчас вывожу. Почему? Вот там спускайся, вот там спускайся и все. У тебя силовой бампер стоит, Кирюх. Силовой бампер стоит у человека, я, говорит, здесь мордой, блин, зачем ты его ставил, а? Ну, залезайте тогда, а я на этом поеду, на порожке. Все отлично вообще. Больше мне таких вещей не говори, я здесь не поеду. Силовой бампер поставил, а ехать не хочет. Вообще. О как! А ведь я тебе говорил. Стоп, больше давай, газа, давай назад. Нет, все записано, все ходы записаны. Я же тебе говорил, все, давай назад. Зачем ты еще раз попробовал последний? Мало ли. Последняя попытка, как всегда, она самая действенная. Да.